окунается в меха. Нежность. Нежность от меха дует. Татьяна – человек метеозависимый. Раньше от головных болей она спасалась таблетками. Теперь нашла другое средство. Вот я выпью таблетку, мне станет легче, станет лучше, да? Но можно же другими способами обойти. Во время концертов мы можем полететь на Мальдивы, можем полететь в Канаду, да? И, естественно, климат как-то сказывается на нашем самочувствии. Мехотерапия. С тех пор Таня – завсегдатай меховых салонов. У моей коллеги точно такая же, по-моему. Мне надо тогда покороче юбку. Один. Покупка очередной шубы больно бьет, но солистка Виагры за душевный и телесный комфорт готова заплатить. Теплота у вас будет не только от шубы, а и изнутри. Как раз-таки элемент психологии даже. Человек, когда дотрагивается до себя, и ему очень приятно это дело, да? Он просто волей-неволей уже начинает себя больше любить, чем на самом деле. К этой, следующей и еще нескольким зимам Татьяна Котова подготовилась хорошо. Прогнозы ученых о природных аномалиях и катаклизмах певицу не пугают. Когда на тебе такая роскошная шуба, мысли о конце света не возникают. Мехотерапии Таня стала побаиваться только глобального потепления. Тогда ведь придется отказаться. Несмотря на капризы российской погоды, нужно себя чувствовать на все 100%.